Ну что ж, всем привет, дорогие зрители. Сегодня мы с вами осмотрим игру под названием Motorsport Sport Manager. Проще, менеджер гонок, гоночной команды. Вот так вот. Давайте по порядку. Вначале мы с вами залезем в настройки. В настройках тут тоже есть весьма интересные функции. Мы можем выбрать режим, два режима. Режим 2D, это то есть вид сверху, он как там написано. И 3D режим, конечно, меня не особо впечатлил. Там подумаешь, толпа, ну и наблюдать за болидами, ну и это как-то тоже весьма неинтересно было. Я просто уже поиграл немножечко в эту игру, ознакомился с ней. Игра пока бесплатная на 3 дня, то есть до понедельника она бесплатная, то есть ее можно просто скачать, поиграть до понедельника. А так на эту игру пока идет скидка, и довольно-таки хорошая, 50%. Я, поиграв пока бесплатно в эту игру, она мне заинтересовала, и поэтому я решил ее купить за 500 рублей. Но это не такие уж большие деньги, и не то она стоит 1000 с лишним. Так что это весьма хорошо, что я ее приобрел. Так, дальше. Мы с вами давайте-ка потихонечку будем изучать эту игру. Те, кто играл, подумают, нафига эта игра уже давным-давно вышла. Ну, вышла она не так уж давно, в ноябре 2016 года. Это получается где-то примерно уж ноябрь. 4-5 месяцев игра уже как вышла. Но особо просмотров и впечатлений об этой игре очень мало. Да, игра в основном получила положительные оценки. То есть там ее ого-го как рекомендуют. И я вам тоже рекомендую. Ну, давайте теперь потихонечку будем непосредственно изучать всякие функции данной игры. Давайте начнем с карьеры. Карьера вот уже нам предлагает выбрать модификации. Это то есть не так, как в некоторых играх приходится открывать какое-то отдельное окно, включать вначале там модификации. А потом еще, если вдруг какую-нибудь там нашел, придется выйти из игры, скачать, а потом только ее зайти снова в игру и непосредственно уже включить. А здесь проще. То есть мы берем. Сейчас я вам покажу на примере. Берем, подписываемся. Ну, давайте, к примеру, отписаться, подписаться. Не хочет подписываться, но. И вот в процессе. И, то есть мы ее можем потом сразу вот она у нас скачалась и запустить. Но мы этого делать не будем. Также нам сразу в настройки игры предлагается выбрать обучение или нет. Ну, я не буду. Также длина гонки. В чем суть выбора длины гонки? Чем короче, тем сложнее вам прийти к цели. Особенно за самые такие хорошие команды, которые я вам в дальнейшем покажу. Или даже наоборот, это вам упростит игру. То, что вам меньше придется мучиться настраивать пит-стопы. Я этого не буду показывать, потому что это дальше уже будет непосредственно
прохождение игры. Ну, я не буду показывать дальше. То есть я покажу основные функции данной игры. То есть тут вот, выбрали, выбрали, выбрали. Автосохранение, ну и давайте дальше. А дальше мы настраиваем своего персонажа. То есть тот, кто будет руководить командой. То есть мы его назовем, ну давайте. Ой. Ну, дату я оставлю. Европа, Российская Федерация. Так. И вот. Биография. Самое интересное в биографии было. То есть мы можем непосредственно выбрать, кем он был. И вот, пожалуйста, нам предоставлены разные. Давайте я вам помедленнее. Специально сделаю, чтобы вы могли на паузе прочитать. Если кто не приобрел эту игру, то я вам, конечно, посоветую приобрести, но я вам не рекламирую эту игру, то есть просто я вам рекомендую. Игрушка вполне интересная. Политик. А, переключил финансист. Политик. И неизвестный. То есть никаких бонусов. Это, можно сказать, потруднее будет. Ну ладно. Мы вроде все тут настроили. И вот самое интересное. Здесь мы можем создать свою собственную команду с нуля. Давайте я вам покажу приколюшку. И здесь можем в любом из этих трех классов мы поучаствовать. Но я думаю, что нам это нафиг не нужно. Давайте любой вот начнем. При создании своей команды мы можем выбрать разный класс, то есть там особо ничего не поменяется. Вот, мы здесь выбираем, тра-ля-ля-ля-ля, опять страну, дизайн логотипа тут можно выбрать. А дальше форма команды, ну, также цвета, как в логотипе можно выбирать. И тут вот кепочку можно выбрать. Я, правда, не, конечно, прикольно, они это придумали. А функция создать новую команду абсолютно бесплатная. То есть вы приобрели игру за 500 рублей. Это я вам по скидке говорю. Она стоит 500 с лишним рублей. Без скидки 1000 с лишним. Я точно не помню ее ценник. То есть, купив игру, вы получаете бесплатно. Платно 2 DLC. А это одна из них. То есть вот мы. А вот это вот уже вторая. То есть мы можем вот выбирать разные цвета и цвета спонсора. Ну вот и все. В чем загвоздка создания своей команды. А теперь давайте посмотрим, какие команды есть в разных классах карьеры. Давайте начнем с самого первого класса и посмотрим, какие же тут есть. Ну вот, это, как я понимаю, самая такая топовая команда по характеристикам справа, которую вы видите, можно сказать, это одна из, точнее, самая лучшая команда. Потому что когда я вот не приобрел игру вчера, то есть я ее вначале скачал, а потом решил купить. Это самая топовая команда. Ну а дальше идут, то есть также каждый спонсор будет разные требования. Вот вы видите ожидаемая позиция на финише. Это требование спонсора. Главного вашего спонсора. И давление. Давление, я не понимаю, в чем суть давления, но то есть, как я понимаю, это будет влиять на то, как будет спонсор ваш давить на вас. То есть, вот вы такой косячник, мы вам не будем выплачивать деньги, то, что вы катаетесь там. Ту-ту-ту-ту-ту. Но это не суть. Ну вот. Тут весьма такие интересные есть. Ну что ж, давайте пройдем теперь к следующему
Вот как мы видим, тут тоже есть разные страны. Заметьте, тут даже вот есть российская команда. Ах, кстати, посмотрим. Заметьте, пилота на высшем уровне, но характеристика болида полная фигня, что меня печалит. Но заметьте, не самое худшее. То есть тут максимум, ну, написано пятое место. Я бы даже не сказал бы, что пятое тут возможно занять. Если учесть, какие тут болиды. Я бы не сказал бы, что пятое место реально. Ну ладно, не суть. Давайте последнюю посмотрим. И дальше перейдем к следующей вкладке. Будем выходить уже с карьеры. Пум-пум-пум-пум. Вот тоже российская есть команда. Но заметьте, две разные команды и разные характеристики. Как-то весьма странно. Но это стоило ожидать. Ну вот. В каждом серии, в каждой из серий гонок разные команды, за которые мы можем. Ну что ж, вот мы с вами осмотрели, конечно, карьеру, в чем там основные возможности карьеры. Ну что ж, теперь давайте осмотрим отдельную гонку. Ну, это, знаете, типа не одноразовая гоночка, где мы можем только гонку или полный гоночный уикенд. То есть выбрать тренировку, классификацию и непосредственно саму гонку. Дальше длина гонки, как я вам говорил. И вот выбрать схему трассы, что я примерно сейчас сделаю. А дальше погода. Ну, сухая, ну, понимаете, это как-то тупо. Сухая. Там жесть будет, что на дороге происходить, на трассе точнее. Ну, вот и все, что тут интересное было. Ну, и также забыл показать то, что тут имеется, вот они, всякие разные трассы. Рио-де-Жанейро. И также есть непосредственно наше Черное море. Ну вот и все. Дальше перейдем мы с вами к испытанию. Испытание это, можно сказать, то же самое, что и карьера, но только здесь будет приколюшечка в том, что вот написано снизу. В чем прикол данного испытания? То есть цель, ограничение, мы не можем покинуть свою команду. И награда за испытание. Достижение. Здесь тоже достижение дается. Никаких ограничений. Начав в команде, вы можете покинуть команду. Отлично. Это, конечно, круто. Но мы не будем ничего сегодня просматривать. Даже гоночки мы с вами не будем просматривать. И последнее. Вкладочка магазин Steam. Смотрите, в чем тут тоже есть прикол. То есть, если нам понравилась какая-то модификация, мы можем поставить лайк или нет. Ну, это непосредственно вот, если мы играем с этой модификацией. Давайте найдем нашу, которую с ним нам, мы подписались. Вот, видите, нам она понравилась. И все, мы не можем ничего теперь сделать. Все, мы подписались. Все. Дальше, наборы. Ну, все. Тут тоже уже ребята потрудились, то есть я вам скажу, все они сделаны уже в этом году, в 17-м. Как я понимаю. Давайте в самую конечную такую отправимся. Да, вот. Давайте даже модификации просто зайдем и посмотрим на самую последнюю работу, когда она была сделана. Мне просто интересно, есть ли 16-го года модификации.
А, к сожалению, нету. Как я понимаю, все-таки ребятки, которые ж не хотели сделать данные модификации, только появились в феврале этого года. А игра вышла в ноябре, я еще раз вам повторяюсь, в ноябре прошлого года. А, блин, забыл еще какую штучку показать. А здесь вы можете также опубликовать свой мод, либо же... управлять ими как-то, то есть обновляя всякое такое. Но самое главное, сделайте свой мод, и я не знаю, что, конечно, дальше будет, но вы будете просто радоваться тому, что кому-то будет нравиться ваш мод, или же не нравится. Ну вот и все вроде. Главные функции мы с вами осмотрели данной игры. Я, конечно, могу начать прохождение карьеры, но тогда, если это видео наберет 100 просмотров до понедельника, это то есть в понедельник утром я примерно в часиков в 10 зайду по московскому времени. Если будет 100 просмотров, я начну проходить данную игру и расскажу вам еще более подробно об этой игре. Ну что ж, с вами был Ник Белл. Я вам показывал обзор игры Motorsport Manager. Менеджер гоночной команды. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.